Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в Witch Hunt. Я помню, тут закрытые двери были. У нас есть отмычки, пробуем взломать. Так, и тут у нас только монетки есть. Да. Еще есть сундук, вот в этом амбаре. Это курочка, я думал, кто-то кричит. Так, что это за полоска? 12 монет, я не помню ее раньше. Все, больше ничего нету. Ладно, сейчас откроем сундук. В этой серии мы будем убивать ведьму, если нам никто больше не помешает это сделать. Мычка сломана. Сломана. 29 монет. Пули. Давай возьмем. Так, все. Так, нам нужно, наверное, купить распятие. У нас их 0. Монет 271. Бесплатно, бесплатно, нормально. Два распятия бесплатных. Или я думаю, вот, ну, ведьма будет, наверное, еще сильнее, чем дерево, по нарастающей. И распятий мне не хватит. Может, лицензию купить и пойти пофармить пока за кадром. Да, наверное, так и сделал. Я тут случайно ее уже встретил. Зашел в какой-то портал или что это. Давайте хотя бы посмотрим. Ой. Что там происходит? Быстрей, быстрей. Какие-то растения плюющиеся. Звуки какие-то. Ой. Она очень близко. Она меня догоняет. Какая же долгая перезарядка. Где я вообще нахожусь? Понятно. Где она там? О, фаерболы. Еще заряжаю. Голову. Так вроде больше сносит. Ставим распятие. Что? Почему она не ставится? А, промахнулся. Она появилась с другой стороны. Что происходит? Она опять фаерболы скидывает. Так, спокойно. Да что ж такое? А, понятно. Уже с другой стороны появилась снова. Ой-ой-ой. Так, распятия начали ее бить. Ай. Плановое убийство ведьмы. Я думал подфармить на распятие. Ой, она эти цветы вырастила. Так, у нас вода далеко, если что. Угу. Надо искать воду. А, ну вот. Выски. Да что ты там кричишь? А, она фаербол заряжает.
Ну и где-то там. Опа, телепортировалась. Опять этот крик. Она меня так догоняет, когда кричит. Ой, что? А, еще за мной уцепился. Как мы промахнулись? Интересно. Ой. А, черт. Они очень быстро стреляют этой кислотой. Ой. Что ж ты кричишь так? Снова телепортировалась. Да что ж такое, хочу и в голову выстрелить. Так вроде больше сносит. Фаерболы полетели. Ой. Интересно, они не ваншотают? Но подогреть мы это не будем. Надеюсь. Что такое? Монеты. Я не знаю смысла, наверное, мне уже лицензию охотника покупать нету. Потому что, наверное, я ее сейчас убью, и это все. Какой-то колокол. Бежит нечисть. Уворачиваемся. Кто-то рычит. Ой. Бежим, бежим, бежим. Куда она делась? А, она уже передо мной. Так, ничего интересного нету. Хочу посмотреть в палатку. Я смотрел в нее. Еще паук. Да хватит ты перезаряжать его. Паучишка, чё пристал? Ты чё ещё не умираешь? Ой! По мне фаербол попал? Похоже, что да. Или рядом. Давай. Где ты? Не будем. У нас нет времени на это. Да, надо было хотя бы еще парочку распятий купить сразу. Уж тогда идти. Так, снова эти растения еще и передо мной. Ой! Так, так. Тут была вода. Думаю, мы добежим до нее.
Так мы себя тут в тупик не заведем, так? Нет! Не надо. Черт! Просто завели себя в тупик. Ну, хоть не от собаки умерли. Как всегда. Ладно, за кадром. Пройду до примерно столько же жизни. То место, где мы умерли. Здесь костер со скелетом. Кого-то сожгли. Видимо, думали, что это ведьма. Да, конечно, ну-ка. Я проверю, я мог вверх побежать. Типа спастись от нее. Я был вот здесь. Начал. Пытался оббежать ее. Наверх. Наверх вообще никак. Нет. Единственное, если по воде только. Нет. По воде очень плохая идея. Очень плохая. Ладно, сейчас тут буду выбираться. Искать ведьму. Набрел на какой-то капкан еще. Первый раз такое вижу. Он сработал, ударил меня. Герой сказал: чертовы капканы. Вот в прошлый раз я в такой портал зашел. Я думал сначала, что это шептун. Ну, белый какой-то. И решил посмотреть вообще, что это. Но он меня не атаковал. Я решил подойти и попал прям к ведьме. Сейчас проверим, может быть, сейчас так же сработает. Да давай. Ну уже. В него входим и... Да, я возле ведьмы. И тут получена новая способность, второй шанс. Если ваше здоровье достигнет нуля и у вас будет 35 маны, вы будете телепортированы к камню сохранения и получите 10 единиц здоровья. Навык потребляет 35 маны. Ладно, буду сносить ей жизни. Так, все, у нее осталось уже совсем немного жизней. Сейчас, я думаю, мы ее убьем. Так. Прям чуть-чуть. Давай. Охотник на ведьм. Все. Это все. При дальнейшем осмотре тела ведьмы мы пришли к выводу, что она недавно родила ребенка дьявола. Это объясняет, почему нежить все еще бродит по лесу, и почему она была такой агрессивной. Мне нужно найти и уничтожить его до того, как он станет сильнее, или вовсе станет непобедим. Так, нам еще с ребенком расправляться. Так, пули. Как темно стало. Видимо, ее ребенок там уже очень сильный, если он делает вот такое. Все, больше ничего интересного тут не появилось. Да вроде нет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.